Короче, тут уже батлы идут. Ситинги, вот главный ситер. Равиль, я буду за тебя болеть. Мне нравится ситер. А мы пока посмотрим Женька. Бля, какой-то пересвет вот. Три, два, один. Евгений Борусин, аплодисменты, проходит дальше. Серегу Васильева решили право участвовать в полуфинале. А пока посмотрим другие. Только что к нам присоединился у нас чемпионат России по футбольному. Представила сейчас у нас на сцене профессионалы в категории ситерки. Много поддерживать его, они стараются сегодня ради, конечно же, победы, ради судей, но и, конечно же, для вас. Отличная задержка. Батл за третье место. Дэн Фомичев и Андрей Булычев. Все время выходит. И красивый выход. 3, 2, 1, переход. Стартует. Меня снимают? Да. Стартует финал ситингов. Равиль и Женя Борозин, Питер, Казань. Сейчас будем смотреть. Начинаю два батла по 40 секунд. Андрей, можно к тебе вопрос, да? Сейчас мы выкрутим. Да. Ты еще не знаешь, да, какое место занял? Я знаю. Что такое? Бля, четвертое. Можно писаться? Вопрос такой к тебе. За кого ты сейчас в финале болеешь? Я? За себя. Не, ну вот, Женя или Равиль, давай. Я понял. Тебе кто больше нравится? Ну, просто вот твои ситинг-предпочтения. А мне оба нравятся. Чем-то Равиль, чем-то Равиль. И мы вот опять предпочтения, иначе не меняем. Не считаешь, что Женьку пора отдать трон ситера в Казань? Передать корону, эстафетную палочку? Ну, блин, ну может быть, но с другой стороны, он очень сильный. И тоже заслуживает это, чтобы он тренируется. Короче, будем смотреть на решение. Ну да, я думаю, объективно должно быть все правильно, да. Сейчас посмотрим. Не совсем единогласным решением по обоим раундам, однако единогласным решением в сумме. Чемпионом России, первым чемпионом России по ситингам становится Евгений Борозин! И, конечно же, аплодисменты Равилю Катаулину, который... Сейчас будет одна из крутейших дисциплин, это Iron Man. Пацаны, за кого в Iron Man не болеете? Влад Кузин, который только что поднял бессменный лидер. Будет, наверное, один такой должен выиграть. Оля, я тоже за Толю болею. Но это понятно, почему это за Толю болеет. Очень неожиданная победа Акселя Мутлу в дисциплине Iron Man. Где Аксель? А где Аксель делся? Пропал. Нужно взять по горячим следам. Аксель, ну, без этого никак. Я уже сказал, что это самая неожиданная победа. Да, я сам. Красавчик, красавчик. С первого трюка не пошел. Да, затащил. Чемпион России в Iron Man. Короче говоря, Iron Man закончился. Все знают, кто победил.
уже видео есть. Дальше у нас сейчас будет разминка батлов, поэтому я немножко прекращаю свой блог вести. Пойду разомнусь, переоденусь и дальше после этого, может быть, что-нибудь сниму, когда будут батлы. Все, короче, одна топ-16 начинается. Вот это в стиле Рамиля, очень интересные такие переходы. Очень стабильные, красивые, главное. Как это ни странно. Вот, и несмотря на всю эту политическую историю, вообще без разницы, на самом деле спорт объединяет, поэтому, друзья, дайте шуму! Толя и Игорь Олейник. Это мега-баттл 1/4 финала. Можно музыку чуть пожёстче? Друзья, поддержите любимого атлета, если он вам понравился. И все, как я сделал, так. Игорь, у тебя еще 5, 4, 3, 2, 1. Безошибочный выпустили. 3, 2, 1. Анатолий Яшкович. Красава. Все красавцы. Аплодисменты Игорю Олейнику. Ты рад, что ты прошел сильного соперника? Толя Лондон, помни, Лондон. Наконец-то получилось, что-то нормальное. Тут раздал нормально в батле, красавчик. У меня есть небольшая новость. Тут появился один человек, которого многие знают. Он почему-то исчез, но опять появился. Это Олег Томшаков. Передай что-нибудь, Олежка, кому-нибудь. Всем привет. Поклонникам и хейтерам привет от Олега Домшакова. На самом деле это очень сложная бомба, очень сложный трюки. Посмотрите, с какой легкостью он это выполняет. Давайте поддержим его. 5, 4, 3, 2, 1. Он на 30 секунд сделал сумасшедший бомб. Самое время лицезреть самые ключевые моменты чемпионата. Вот это начало. Если честно, этот батл достоин финала, но... И с легкостью пар силы Анатолий продолжает комбо. Как будто это был батл. Да! Да! Анатолий Янчев! Продолжил эту комбо, и у тебя еще Михаил 5, 4. Давай! Отличную программу показывает Борис из Красноярска 3. На мировом чемпионате по футбольному. 1. Михаил Клищенко проходит дальше. Борис, спасибо тебе большое и... Определили, да, кто начинает? Зрители готовы подойти чуть ближе к сцене. Я уверен, что это батл за третье место чемпионата России по футбольному фристайлу. Батл за третье место чемпионата России по футбольному фристайлу. Yeah.
два, один. Борис Емельянов, Красноярск, третье место. Ну что, дорогие друзья, мы готовы. Это финал чемпионата России по футбольному фристайлу. Защитил свой титул. Я так понимаю, уже четырехкратный тяжко, ребята. И Михаил Плещин от уровня. Давайте втроем выходите сюда, в центр, и мы сделаем фото. Тихо, смотри. Фото вот будет, я не фото. Вообще все закрыл. Пиздец, оборачивайся, когда закрываешь. Все награждение запорол. Три. Есть комментарий от очень знаменитого человека в российском сообществе. Давай. Я думаю, Толя подпишет на Nike теперь. На Nike? Да. Ну, он любит Adidas, ну ладно. И все, это такой короткий комментарий. Я только вчера посмотрел ваш блог, поэтому. А, ну понятно. А, я понял. Да, ну мы же и так лишь на Nike сидим. Ну, что сказать, прошел трехдневный чемпионат России. А у нас было все, у нас были неплохие погодные условия в первый день, у нас были ужасные погодные условия вчера. У нас были не самые лучшие погодные условия сегодня, потому что солнце на финал РФФК всегда обеспечено. Наверное, были неоднозначные судейские решения, однако я думаю, что подписчики канала Артема на Ютубе, в принципе, вполне довольны тем, что чемпионом России стал в очередной раз Анатолий Янчев, который вполне заслуженно поедет представлять нашу страну в Лондон. Вот, несмотря на то, что приехало не так много ребят, я думаю, что все прошло достаточно круто на спортивной составляющей. Могло быть лучше с точки зрения организации, но для этого нужно не 50 человек, а где-нибудь чуть побольше. Поэтому приезжайте, пожалуйста, в следующий раз, даже если вы просто зритель. Спасибо. Ну и слушай, Moscow FF пополнился состав чемпионами по аперам, блядь. Да, да, команда теперь, аперов теперь. Да, смотри, теперь в Москве есть не одна команда чемпионов России. Вот. А еще одна команда чемпионов России, еще одна команда чемпионов России. Страшные чемпионы. Да, вот еще один чемпион России подошел. У нас тут сборище команд чемпионов России, вот я рассказывал. Я давно. Ну, у вас команда чемпионов, вот Толя чемпион, теперь у нас Егор чемпион. Да все, пора менять, короче, название, я считаю. Команда вице-чемпионов, как ты считаешь? Команда ведущих. А, кстати, да. Да, это легендарный кадр. Это Герман, Ака, Рыжая Бородка, Ларин. Привет, Герман. Привет, привет всем. Это Влог, спасибо большое. Всем привет. Приехал посмотреть чемпионат. Довольно или да, позвал? Нет, я посмотрел. Что скажешь об уровне? Все как обычно. Как было два года назад. Роли опять выиграл. А? Ничего не меняется. А ты что? Подошел к концу сегодняшний финальный третий день чемпионата России по фристайлу. Толя выиграл, все видео будут у меня на канале, точнее не все видео с полуфиналов, за третье место и финальный батл. Спасибо, что смотрите, там ставите лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Дальше еще будет немножко интересных проектов, может быть истории, может быть не истории, может быть еще что-то. Всем пока!